день. Как вас зовут? Оксана. А детей ваших? Настя, Вероника. А у вас еще двое деток, да? Ну, еще трое. Еще один трое. Маленький купается в ванной, ага. А двое в детском саду. Двое в детском саду, да? Многодетная мама. Да. Друзья, сегодня мы благодаря вашей поддержке приехали, проведали эту семью, привезли вот продукты необходимые для нее. Курочка, там все необходимое есть. Угу. Они живут, это какой район? Кировский. Кировский, в Кировском районе, который тоже в свое время очень жестоко обстреливался, и здесь и погибали люди. Угу. Сегодня мы приехали к ним, проведали. Еще раз хочу сказать огромное спасибо, потому что многодетным семьям, семьям с детьми у нас очень трудно и трудно выжить. Почему? Потому что пособия не сильно большие, они есть, конечно, но они не сильно большие, а продукты дорогие. Только благодаря вашей поддержке мы здесь на Донбассе все и выживаем. Спасибо.